1 350 000 рублей собрали кировчане на установку памятника Трифону Вятскому. Участие в поистине народной акции принимает как горожане, так и целые организации. Не остались в стороне и ТОСы. Активисты развешивают на подъездах информационные объявления и проводят собрания. В одном из таких дворов побывала Юлия Шалаева. Жители дома по улице Конева, 5, корпус 1, благоустроили свой двор всего за 2 месяца. Сейчас здесь новая детская площадка и вместительная парковка на 80 машин. Руководитель и главный идеолог ТОСа Галина Еременко. С ее подачи жильцы написали и выиграли городской грант. Она же убедила, что надо и самим собрать деньги на благоустройство. Когда в собственном дворе все устроилось, Галина Филипповна решила расширить географию добрых дел. Сначала сама сходила в банк и перечислила средства на памятник Трифону Вятскому. Сейчас призывает к этому всех земляков. В свое время Трифон Вятский, он у нас основал Успенский Трифонов мужской монастырь. Во-вторых, он очень много помогал по просвещению в свое время, когда он здесь проживал, и по развитию грамотности среди вятского населения. Это очень большая его заслуга. И поэтому сейчас, я считаю, поддержать вот эту акцию благотворительную, это должны мы всем миром. В своем дворе Галина Филипповна планирует развесить объявление с информацией о том, где и как можно пожертвовать средства на памятник. Вариантов 2 – перечислить деньги на расчетный счет или при помощи СМС. Сообщение можно отправить на номер 4647 со словом «Трифон». Важный момент – после этого придет СМС-сообщение с просьбой подтвердить платеж, на которое необходимо ответить. Сумма списания составит 100 рублей. Стоимость самого сообщения не более 5,5 рублей. Вся информация о добровольном сборе средств находится в открытом доступе на сайте городской администрации. Я считаю, что это такое значимое событие, важное событие. Оно не только для нас важно, для жителей города, но и для гостей, которые приезжают к нам в Киров. Приезжает, что-то нужно показать, пожалуйста, памятник. На сегодняшний день кировчане собрали 1 350 000 рублей. Напомним, что стоимость проекта 12 миллионов рублей. Установить скульптурную композицию планируется уже в мае-июне 2015 года. И у горожан еще есть время поддержать народную инициативу и внести свою лепту в создание скульптурного комплекса. Юлия Шалаева, Игорь Охотников, Вести, Киров.